сорт томата «Сиреневое озеро». Вот такой вот красивый томат. Куст у этого сорта среднерослый. Вот. И сорт этот среднеспелый. Куст достигает высоту от метра до полутора, в зависимости от условий выращивания. Этот сорт требует обязательно подвязки к опоре и посынкования. Лучше всего этот сорт вести в 2-3 стебля. Вот такие вот плоско-округлые плоды. Вот такой небольшой относительно куст. Плоды у сорта «Сиреневое озеро» вот такой вот сиренево-бордовой окраски с жемчужными вкраплениями, так вот на солнце переливается. Такие мясистые, увесистые томаты. Сейчас взвесим. Этот томат весит 216 грамм. Вообще они могут быть до 350 грамм. Сейчас посмотрим в разрезе этот томат. Вот такой вот окраска внутри бордовая. Сахаристая такая мякоть. Эти помидоры сладкие. Очень-очень вкусно. Я люблю черноплодные томаты. Мне кажется, они самые вкусные из всех томатных расцветок. Эти томаты очень вкусные в свежем виде покушать. Также для приготовления соусов и соков тоже очень-очень подходящий сорт.